Здравствуйте, меня зовут Эрустав Данил. Тема моей работы – использование измененного китайского трактора для заготовки сена. Актуальность темы. Мы разводим крупный рогатый скот в самых суровых в мире условиях. Я провел монитор разведения крупного рогатого скота и лошадей за последние 13 лет. По данным мониторинга наблюдаем уменьшение числа крупного рогатого скота. Это явление наблюдается не только в нашем селе, но и в районе. А поскольку зима здесь самая долгая, цена запасать проходит уже не в два, а в три раза больше, чем во всех других регионах округа вместе взятых. Причина большинства семей отказа от заведения коров – это недостаточная заготовка сена. Не хватает рабочей силы и времени. Краткость якутского лета вынуждает население напрягать до последней крайности свои силы, чтобы успеть убрать сено. Сознавая всю важность успешной уборки сена, якуты заменили косы косилками. Сегодня на российском рынке широко представлены разнообразные трактора из Китая, которые начали применять в заготовке сена. Цель работы – изучить преимущество использования переделанного китайского трактора в заготовке сена. Задачи – рассмотреть преимущества и недостатки китайского трактора, рассмотреть характеристики переделанного трактора, расчетать итоги по работе за один сезон. Во-первых, предполагалась установка колес большого диаметра для обеспечения лучшей проходимости. Взяли задние колеса вездехода «Трекл». Сняли заводские колеса трактора, при этом оставили диск колес, вырезали диск такого же диаметра и посадили треколовские колеса. Соединили их сваркой. Передние трактора колеса заменили УАЗовскими. Преимущество данной конструкции. Первое. Хорошая проходимость. Недостатки данной конструкции. Плохая передних колес. Второе. Из-за короткой рамы слабая маневренность. Основные детали двигателя остались те же, удлинили раму трактора. При этом передние колеса передвинули вперед. Шины передних колес заменили импортными шинами. Преимущество новой конструкции. Первое, очень хорошая проходимость. Второе, достаточно высокая маневренность. Третье, хорошая управляемость. Первоначальный вид трактора. Вид измененного трактора. Выводы. Наш переделанный трактор по своей проходимости отлично подходит в наших неровных болотистых сенокосных угодьях. Используя подобные переделанные трактора к нашим угодьям, можно значительно ускорить сбор сена в короткое лето. Этим летом, используя данный трактор, мы собрали 430 центнеров сена. До этого заготавливали 280-320 центнеров, поэтому мы в этом году дополнительно сена не покупаем и не сократили численность рогатого скота и лошадей. За последние 3 года, когда наблюдается спад числа крупного рогатого скота в нашей республике, используя данный трактор, мы увеличили число крупного рогатого скота и лошадей. Спасибо за внимание!